Всем привет! В этом обзоре я покажу швейцарскую зажигалку Свиза. Приобрел эту зажигалку в Португалии в апреле 2021 года. Вес данной зажигалки составляет 55 грамм. В конце ролика я покажу замедленную съемку, как зажигалка работает. И добавлю два фото с весом зажигалки и ее размером на фоне спичного коробка. Состояние зажигалки можно назвать почти что идеальным. Корпус у нее выполнен из латуни и имеет хромированное покрытие. Крышка с колпачком, закрывающим фитиль, выполнена из непонятного сплава серого цвета и также имеет хромированное покрытие. К сожалению, местами это покрытие уже утеряно. С двух сторон зажигалки нанесено гелиширование в виде вертикальных полос, наклоненных и направленных навстречу друг другу. И пересечение этих полос образует своеобразный ромбовидный рисунок. И такое же гелиширование есть вот в этом месте на крышке. На задней торцевой стороне зажигалки есть вот такая вот надпись Свиза, название зажигалки. Плохо очень ее видно. Постараюсь показать, чтобы было понятно. И надпись эта заключена в прямоугольник. На нижней части зажигалки надпись Made in Switzerland и ниже brev.dep. На крышке есть рекламная надпись. Это реклама португальской фирмы. Не знаю, что конкретно она производила или чем занималась. Мануэль Н. Каррера. И внизу адрес. Руа С. Жулиао 100 дефис 1 Лисбова, Лиссабон. По конструкции эта зажигалка лифтарм, поднятая рука. Чтобы ее зажечь, нужно поднять вот эту крышку с колпачком, закрывающим фитиль. Колпачок здесь подпружиненный. Это улучшает герметичность при закрывании фитиля. Также на крышке есть надпись. Не знаю, ее, наверное, будет плохо видно. Вот здесь вот dep.int. И крышка имеет два фиксированных положения, открытое и закрытое. Обеспечивает эти положения вот эта вот пружинистая пластина. Вот в этом месте она находится, уходит в корпус зажигалки. Ну, после того, как крышка открыта, нужно прокрутить вот этот вот ролик. На оси ролика размещено кресало, и при прокручивании ролика также прокручивается колесо, выскакивает искру, и фитиль загорается. Зажигалка остается в открытом положении и продолжает гореть. Чтобы потушить зажигалку, нужно просто закрыть крышку. Для того, чтобы заправить зажигалку, нужно выкрутить вот эту вот заглушку нижней части зажигалки и пропитать ватную набивку бензина. В заглушке имеется место для запасного кремния в виде вот такой вот капсулы. После того, как зажигалка заправлена, нужно эту заглушку закрутить на место.
Для того, чтобы заменить кремень, нужно открыть крышку. Система замены кремня здесь довольно интересная, по-своему сложная. После того, как крышка открыта, нужно вот этот вот рычажок потянуть на себя. Снимается блокировка вот с этой поворотной детали. Она под воздействием маленькой пружинки вот здесь вот на оси отводится в сторону. И мы получаем доступ к пазу, в который вставляется кремень. Далее нужно отвести назад вот этот рычажок до тех пор, пока он не зафиксируется. Вот все, зафиксировался, и кремень свободно достается. После того, как вставлен новый кремень в паз, можно просто вернуть на место вот эту вот подвижную деталь. При этом автоматически снимается блокировка вот с этого рычажка, и кремень поджимается. Такой вот интересный механизм замены кремня. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Всем удачи! Зажигалки моя страсть, 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 зажигалки моя страсть.